человека чуть ли не сверхчеловека. Активного, продуктивного, социального. В общем, один позитив. И если вы смотрели этот фильм, то вы знаете, что все закончилось тем, что они начали повышать дозу и дошли от 0,5 промилле там до 2, до 3. В общем, начали бухать, спились, стали алкашами. В общем, ничего хорошего из этого не вышло. Но проблема в том, что они превысили дозу. А я задался вопросом, что будет, если все-таки этот эксперимент провести грамотно и на себе. В общем, сегодня Михан проверит на себе, что будет, если на протяжении недели быть опьяненным на 0,5 промилле. Как изменит это мою жизнь, а самое главное, как это повлияет на некоторые из направлений жизни. А именно трудоспособность и мотивацию, творчество и отдых. Ведь по фильму якобы 0,5 промилле является какой-то золотой серединой между сверхчеловеком и обычным. Там поднималась тема о том, что очень многие великие ученые, художники и прочие употребляли алкоголь именно в такой дозе и из-за этого добились таких успехов. У меня как раз таки на этой неделе огромное количество задач, как творческих, так и обычных рабочих. Именно поэтому это самое актуальное время, чтобы проверить это на себе. А, кстати, забыл предупредить, весь этот видос, полностью весь, создан под 0,5 промилле. Так что пишите комментарий, как он вам. Пизжи всех моих остальных, стал ли я сверхчеловеком или нет. В комментариях это будет видно максимально хорошо. Результат этого эксперимента. Перед началом эксперимента я должен предупредить, что алкоголь это зло, не стоит его употреблять ни в коем случае, ни для хорошего, ни для плохого. Это просто эксперимент, который создан для того, чтобы вам показать, что будет если. Я проверяю это на себе для того, чтобы вам проверять не пришлось. Поэтому смотрите, ставьте лайки.